В эфире телеканала «Юрган», «Крик», «Криминал-комментарий», в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе. Гремучая жижа, таинственный взрыв на опасном производстве, лесной налетчик, криминальный промысел приезжего семьянина, убить по-дружески, звериная выходка под парами алкоголя. С начала недели на дорогах республики погибли уже 3 человека. В Ухте насмерть сбили пешехода. Еще одна страшная авария случилась в Усть-Вымском районе. Сводки с фронта у Ольги Коняевой. Вечером 25 ноября в Ухте черный форд на большой скорости сбил 77-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От сильнейшего удара пенсионерку отбросило на встречную полосу, где она оказалась под колесами «Газели». Форд. Я с отцом ехал, моя машина в ремонте, вот на его машине. Форд просто как стоячих нас обходит. У меня отец говорит, куда он еще несется, и видим, как вот женщина или девушка прям аж перелетела через машину. Страшно, если честно. Женщина получила множественные переломы и открытую черепно-мозговую травму, от которых скончалась в карете скорой помощи. Водитель «Форда» вину признал. Лихачу грозит до 5 лет лишения свободы. Водитель на момент ДТП был трезв. Ранее привлекался за нарушение скоростного режима. Неоднократно. 26 ноября в Усть-Вымском районе на дороге Айкино-Кослан 69-летний водитель Ниссана не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Део Нексией. Травмы для пенсионера оказались смертельными. Остальных пострадавших увезли в больницу. Водитель автомашины Део Нексия 88 года рождения от полученных травм скончался в больнице чуть позже, примерно в 20:00. Пассажиры автомашины Део Нексия были госпитализированы. Это 2 женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о переводе ее в больницу города Сыктывкара. В том же Усть-Вымском районе разыскивают водителя темно-синей иномарки с тонировкой на задних стеклах. Утром 25 ноября возле райбольницы в селе Айкино эта машина наехала на девочку и скрылась с места ДТП. По данным ГИБДД, на госномере авто были цифры 8 и 6. Свидетелей происшествия просьба откликнуться. Трагическое дежурство. В Усинске по факту взрыва на газоперерабатывающем заводе «Лукойл-Коми» возбудили уголовное дело. Вечером 21 октября в результате техногенной аварии там погибла 45-летняя сотрудница компании. Она осматривала веренные ей объекты и никак не ожидала, что тонны земли из-под ног взлетят на воздух. Шансов выжить у нее не было. Репортаж Константина Куратова. Это не шутка так-то. Да, вообще не шутка. Огненное зарево, которое сняли на мобильный телефон случайные очевидцы, все равно не давало полного представления о том, что произошло. Пожарные расчеты управились с мощным возгоранием за 20 минут. Затем на место прибыла оперативно-следственная группа. Масштабы взрыва поражали. Куски бетона и грунта, которые закрывали дренажную емкость, разлетелись по сторонам и чуть не порвали технологические трубы, в том числе топливопровод. Вопрос, а вот это что? Это не часть? Это часть. Часть, да? Это да. Часть, да, как раз? Да. Это часть крыши железобетонной конструкции. Размеры у нас примерно где-то метр на самая большая часть, на 2,5. Границы емкости, вот, разброс идет. Да. А толщина, толщина какая у нее? А я не замеришь. Ведь она же тоже сделана, видите, тут это краю. Краю это как класс. Песок получается. Да. Как бетонный какой-то. Она как колпак, да, идет? А вот. Посмотрите. Ага. Но она как колпак идет. Да. Толщина-то где-то 5 сантиметров. Ну, получается, 5 метров разброс от границы. Нет, побольше чуть-чуть. Посмотрите, до 10 метров. Следователи изъяли образцы грунта, бетона и некоего темного вещества, которым было забрызгано все вокруг. Вероятно, это были те самые сточные воды из дренажной емкости с большим содержанием углеводородов, отходы газопереработки. Там получается у нас жидкость, ну по сути вода, с содержанием дренирует нефти, там, да? Ну, у нас здесь нефти нету. А, получается конденсат. Углеводород. Углеводородный конденсат, да. Сепаратор, когда дренирует, естественно, немножко прихватывает чуть-чуть. Ну то есть, может быть, содержание этого углеводорода, он же взрывоопасен? Конечно.
Пока непонятно, почему все это взорвалось. Работники убеждали следователя, большой загазованности внутри железобетонной дренажной емкости быть в принципе не могло. За своевременный сброс давления отвечали специальные клапаны. Курение на территории газоперерабатывающего завода строжайше запрещено. Причину воспламенения горючей смеси предстоит установить экспертам. А пока следствие выявило нарушение требований промышленной безопасности и норм охраны труда. Не обеспечили безопасное ведение технологических процессов, а именно не предприняли мер по оснащению распределительной емкости системами предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты. По причине отсутствия указателя уровня и газоанализатора операторы технологических установок данного предприятия определяли уровень промышленно-технических вод в емкости визуально через технологическое окно. Погибшую работницу нашли рядом с котлованом, эпицентром взрыва. Она была сильно обожжена. Обвинение в нарушении правил безопасности следствием никому из должностных лиц пока не предъявлено. Но только пока. Когда определится фигурант уголовного дела, за гибель человека ему будет грозить до 5 лет лишения свободы. Приехал погостить к бабушке в деревню и попал за решетку. В Каркировском районе близится к завершению расследования убийства жителя поселка Веселовка. 27-летний мужчина стал жертвой пьяной ссоры, где друг детства в один миг превратился в озверевшего душегуба. Что между ними случилось, расскажет Евгений Ракин. Об убийстве в поселке Веселовка в дежурную часть Каркировской полиции сообщили местные жители. По их словам, после преступления молодой человек никого не подпускал к телу собутыльника, затем сбежал в лес. Для поиска подозреваемого по тревоге подняли личный состав райотдела. Стражи порядка стали прочесывать лесной массив и населенный пункт. Злоумышленник сдался сам. Он понял, что совершил убийство, отрезвел, выспавшись в лесу, решил сдаться правоохранительным органам. При этом он выдал самострел. Как пояснил, что в данном самостреле, если бы его задерживали сотрудники полиции, он бы производил выстрелы с него. Самодельное огнестрельное оружие, которое было популярно среди советских подростков, изъяли. Задержанный написал явку с повинной. Оказалось, 25-летний житель Сыктывкара приехал в Веселовку не только навестить бабушку и друзей детства, а еще и подзаработать на сборе ягод. Пить мужская компания начала еще в лесу, продолжила на летней кухне. Обычный пьяный разговор неожиданно перерос в конфликт. Ссора-то у них возникла из-за того, что потерпевший просто-напросто, там, скажем, сказал, что я тебя никогда не подводил. А сам обвиняемый у нас, как он пояснил, говорит, ну это было неправдой, то есть он мне неоднократно подводил по жизни. Вот. И в последующем в ходе ссоры тот еще, говорит, меня оскорбил, да, словами, которые ему тоже не понравились. И вот у него уже, как сложился его характер, как он поясняет, что вот он такого вот становится вспыльчивый, агрессивный, не мог уже остановиться. Злопамятный сыктывкарец ударил друга несколько раз руками по лицу и затем вышел на улицу. Казалось, конфликт был исчерпан, но это было только начало. Я выходил в туалет, вот здесь на углу стоял. Угу. Он попытался уйти, видать. Он думал, что я ушел куда-то. Вот, я его увидел, потом... Кричал что-то ему? Стоять и кричал. Он уходил, шатался. Угу. Уходил-то как? Уходил на ногах? Да, он уходил на ногах. Ага. Его же сосало. Так. Вот, я вот схватил, потом забрал плеча. Где, вот здесь, вот в этом месте, да? Да. Ага. Вот. Так вот. Так, навалил. Да. Да. Потом березовая чурка где была? Потом я его хотел затащить опять. Угу. Никуда не поддавался. Я ему чурку поднял. Так. Вот. Видно? Вот. Не бросая, а так поднося. Угу. На плечо уже, ну, вот с такого расстояния уже пустил. Угу. А потом на ноги. На ноги. И потом откинул. Чувак. Ага. Затащив избитого приятеля обратно в летнюю кухню, озверевший парень несколько раз ударил лежачего колесом от мотоцикла, добивал обломком кирпича. По заверениям родственников фигуранта, в необъяснимую агрессию молодой человек впадал уже не раз после употребления спиртного. Такое поведение стало проявляться у него после полученной в ДТП черепно-мозговой травмы. Позже его даже комиссовали из армии. Сейчас он проходит судебно-психиатрическую экспертизу. Если молодого человека признают вменяемым, ему предстоит ответить перед судом за умышленное убийство. We'll be right back.
На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. Во вторник программу «Крик. Криминал-комментарий» проведет Таисия Шляхтина. Через пару минут не пропустите итоговый выпуск «Времени новостей». Берегите себя и своих близких.